тематику любви в еще более извращенной интерпретации, при этом упоминая ничтожество биомассы, которое обычно я вижу в метро в 7 утра. Если когда-то, подобно фрегату, я прорву эстакаду грабителей чужих личностей, смогу сразить алчность своей беспечностью, доказать, что честь не просто слово вежливости, и пресечь попытки изменчивости человеческой, при этом не канув в вечность, выйду с щитом в руках, подняв к небу меч, укажу дуракам на ошибку мятежности, и пусть мне придется с десяток голов снести, кровью залив все углы местности, что дураки зовут современностью. Мой перст, указав на крест и на нем распятого, пусть донесет самый глубокий смысл к душам их неприкаянным, идущие стадом по пути к каменному, козлы и овцы, у десницы его будут бороться с собой. Лишь тогда, отклонившись, покину расщелину эту, по край наполненную пропащими душами, ведь не мне их судить. И впредь я молю его не о спасении. Пусть хоть черти будут раздирать тело бренное и остальное его наполнение. А о том прошу, чтобы душу ее оберег, сохранил. Я знаю его и только. Лишь бы она каждую ночь, смотря на звезду, указывающую направление севера, сберегла в себе, в него подлинную веру. Текст про Нерия. Знаете, везде там говорят, что мужики они сильные, там бэтмены, там подвиги совершать. Но им тоже иногда нужна поддержка, как бы это банально не звучало. Меня внутри болит от этих твоих немых вечерних молитв, словно до дна испит. И не наполнится мне уже уверенностью, силой, дабы вырвать победу в сотнях грядущих битв. Ты просишь его, не меня, неважно о чем. Будто немощен, глух и стар, и не является опорой больше мое плечо. Так может уйдем от того, что едим и видим каждую ночь, каждым днем. Ни к чему уж такая любовь между красавицей и чудовищем. Сказка закончилась. В намеренный час от нас останутся лучшие воспоминания. И они, как не сказано прежде, по крайней мере, обретая твои черты, будят меня ночами. Поднимаясь, смотря в окно, буду говорить тебе: помнишь? И разве теперь это важно? У тебя на будильнике, как и прежде, адажио. У меня пробуждение в сопровождении пения птиц и шума прибоя моря, возле которого ты так мечтала жить, но испугалась от всего отказаться. Но тебе стало страшно, что, мол, скажут другие. Лажа, у меня мучит жажда под названием ты. Но лучше так, чем черты лица по утрам человека, который в меня не верит. Глаза, отказавшиеся от мечты. Удачи тебе. Иди. Только знаешь, я не смог бы так жить. Слушай, ты медведь. Следующий текст про ссоры. Но все ссоры должны заканчиваться. Они должны заканчиваться примирением. Ну, если там нету выбитых зубов и так далее. Мне можно больше не верить. Закрывай двери. И я никогда уже не буду первым. По нервам и струнам, картинам, с которыми связано что-то, бежать от всего мирного и слишком простого по памяти просторам. Куда-то за горизонты будущих дней, чтобы больше никогда не вспоминать эти ссоры, при которых по стенам акварели и дождь за окном. Зеленый чай вовсе без сахара. Это было без страха, но настолько по-странному. Разбитая ваза порезана на пальцах.
Я знаю, ты бы тоже сбежала, только здесь у тебя больше грации. А мне бы сквозь страны. Куда-то в горы, где грохот не как у звука в оконных, где жизнь добивается просто кровью и потом. И я возвращаюсь. Все та же краска на стенах, осколки от вазы. Ты больше не плачешь, сказала лишь тихо. Кретина. И обняв тебя, посмотрев на часы, замечаю. Время остановилось. Сейчас 25:91. Спасибо. Этот вечер закончится через пару часов. Ты, разумеется, вновь попросишь покинуть твой дом, только мне уже, знаешь, совсем не до снов. Мне бы на кон поставить жизнь свою, так веселее и больше азарта. Ведь именно парень, у которого каждый день новая карта, куда интереснее тихого, мирного я. Ну, по нраву мне сутками читать книги. Не в восторге от разговоров ненужных, хватает объятий, тех, что до дрожи. И молчание, в котором куда больше смысла, мне нравится тоже. Еще пару часов, и этот день прожит. Мы завтра проснемся уже другими. Не заметим этого, так на вчерашних себя похоже. Да только уже закрываются двери. И, возможно, так никогда и не станем важными, первыми. Вот завтра проснемся и сразу проверим.